мы на него направим. Сейчас вы его увидите. Он нас поприветствовал. Но это серьезный поезд, на Астрахань-Москва. Так что еще не все у нас плохо, если поезда ходят. Так, ну ладно. Здесь весной проехать проблема. Сейчас в этом году засуха была, поэтому думаю, у нас проблем не будет. Да, здесь река какая-то. Вот справа видно. Ну, сами представляете, какая-то дорога, допустим, весной. Вот такая узенькая, вот слева. Здесь, наверное, труба какая-то есть. Ну, мы сейчас, в принципе, это место сфотографируем. Да, вот здесь классно. Сейчас остановимся и сфотографируем. Или на видео снимем тоже. Так, берем нашу видеокамеру. И идем снимать. Классное дерево, правда? Вот ЗИЛ, который нас пропустил, впереди едет. Вот здесь, в принципе, можно даже отдыхать. Смотрите, как здорово. Купаться, наверное, можно даже, да? Какая-то речка. Квакушки тут квакают. Так, ну ЗИЛ наш проехал.